Привет-привет! В традиционный период затишья после интернешнала основной темой для обсуждения в соцсетях стали решафлы. С них и начнем наш обзор. Главным инсайдером стал Факер. Ваня держал в курсе всех известных ему решафлов, но вот с Envy прогадал. Джеки упорно пытался запутать фолловеров насчет своей будущей команды и даже региона, и это ему почти удалось. 14.37 искренне расстроился, что не вышло скрыться от товарища Мао даже на другом конце света. И в Юго-Восточной Азии его настиг любитель аниме, хот-соусов, суши и кика тиммейтов. На этот раз Envy вышел на новый уровень, кикнул из клаудов всех, в том числе и самого себя. Неудача постигла и Артизи. Его попытки сбежать Secret обломал Ямзор, написав у себя в Твиттере, что состав секретных пополнится ранее не игравшими за эту команду. Так что и Артур, и Зай в пролете. А вот X-Mike вполне может и претендует на роль в тиме Пупея, о чем не постеснялся заявить. Правда, есть огромное сомнение, заинтересуется ли сам Климент кандидатурой Мишани. Кто все же присоединится к секретам, так и остается секретом. Пупей намекал, из этого твита все должно стать очевидным, не так ли, Ваня? Тем временем OG официально распрощались с Мидером. Он не выдержал нагрузок и утонул. На смену Анатону пророчат нашего Рому Резолюшена, который явился на работу в аналитику всего раз, а костюм, который выбирали всем интернетом, надел только на автопати. Пребывание Романа в стане Империи не прошло мимо, и с легкой подачи НСа он переименовался в Дарта Вейдера и то ли заинтриговал будущих союзников, то ли напугал следующих жертв. Ярослав не только натолкнул Резолюшена на смену Ника, но и подал заразительный пример травматизма в отпуске. В круиз Роман, похоже, съездил не так удачно, как в Сиэтл. А бывший тиммейт Резолюшена, Виха, никак не распрощается с бородой. Как он сам признался, это произойдет лишь после того, как его команда что-то выиграет. Лода уже предвидит трудности, как минимум при прохождении секьюрити, но сам Амар, походу, верит в то, что это ненадолго. А верите ли вы в его новый стак, объявленный на днях? Пишите в комментариях. Сам же Лода к радости Факера обещал вернуться поднимать альянс с колен со своей половинкой Акке, но это не точно. Своих половинок засветил Лил и Миракл. В погоне за хайпом Лекс вновь затронул тему схожести с новоиспеченным чемпионом Инта, подключив Роджера и Ласта. Правда, сам Лост может быть и не в курсе, но это не точно. Свою порцию хайпа сорвал и Слакс, шок-контентом с Инта. Впрочем, каждая из студий аналитики чем-то эдаким отметилась. Главной же звездой интернешнала и мемчиков, вне всяких сомнений, стал Инмейт. Митяй регулярно шифровал послания зрителям и столь же регулярно попадал в топ Реддита. И даже те пользователи, которые не владеют русским, точнее транслитом, все равно не были застрахованы от спойлеров к «Игре престолов». Теперь осталось только гадать, что наступит раньше – 8-й интернешнл или 8-й сезон Game of Thrones, и убедиться, был ли прав Митяй. А также дождаться ростер Лока, чтобы убедиться, был ли прав Факер. А пока прав лишь Куроки. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, жмите палец вверх, оставляйте комментарии по «Игре престолов» в том числе. До скорого!